Министерством внутренних дел Беларуси совместно с Комитетом госбезопасности при силовой поддержке СОБРа задержаны железнодорожные террористы. Молодчики попытались скрыться, но им не дали. Тут же в автомобиле террористов обнаружены рации, оружие и специально изготовленное устройство – башмак для схода колес с рельсов. Экстремисты готовились пустить под откос поезд. Он мог быть пассажирским. Значит, милиция и чекисты сработали в нужный момент. За два дня до задержания под Осиповичами преступники сожгли аппаратуру сигнальной установки, обеспечивавшую движение железнодорожных составов. Ну что вы должны были сделать? Ящики. Сжечь это. Кто подпаливал ящики? Задержанные рассказывают о своих кураторах из экстремистской шайки «Байпол», ютящейся за пределами Беларуси. В каком сообществе состояли вы? Написал в бот план перемога. Оттуда вас связали. Когда написал? Около года назад. Когда поступило первое задание? Около пары недель назад. Правоохранители Беларуси продолжают работу. При силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержан еще один железнодорожный террорист. Преступник оказал активное сопротивление и был ранен. Оказали помощь и доставили в больницу. А дома у него нашли оружие, радиостанции, бинокль, ноутбук, мобильные телефоны. В общем, готовился тщательно. И тоже только ради денег. Ждем новой информации. Серия задержаний продолжится. У нас есть достоверная оперативная информация о тех, кто намеревается совершить теракты на объектах ЖД-транспорта. В ближайшее время они будут задержаны аналогичным образом. МВД предупреждает, что любые действия лиц, замышляющих подобные диверсии на БЖД, будут жестко пресекаться с использованием оружия. От ответственности не уйдет никто.